и Дельта, город Саратов. Когда взглядом мяч проводил. Здорово! И гол! Поэтому Мауриньо! Мауриньо открывает счет. 1-0 Кристалл. Свои мысли оставлю, но потом и Бриштель выводит Кристалл вперед. Хотел я сказать. Вдохнули с обретением Бакини, здорово! Панкратов 2-2! И овации трибуны какие! Встали все на ноги и... Моменты Кристалл получается отличная атака. Сумели они вовремя переместить ворот соперника и. Может, дубль сейчас оформить, тебя попадает! 3-3! Отскок, конечно, сказал свое маленькое словечко, что повлияло на судьбу. Перед воротами. Да, и развел потом Панкратов руками. И какой удар Алексея Линского! Это подборка лучших голов абсолютно. Пушинья просто какая-то. Да. Не пушка, а пушинья. Перед воротами.
На этом все, увы и ах, для поклонников саратовской ДЛТ. Команда старалась, команда сегодня выложилась по максимуму. И я думаю, вы согласитесь, что 4-3. Таким образом, в Саратове «Кристалл» одержал 5 побед в 5 матчах.